Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня хотела бы вам показать, как вяжется вот такой узор. Прекрасно подойдет для свитеров, например. Вяжется очень просто. Раппорт этого рисунка 2 петли и 4 ряда. Я вам рекомендую набрать еще одну дополнительную петлю для симметрии рисунка, дабы не начинать второй изнаночный ряд со снятой петли. Первую снимаем. Кромочная, далее первая лицевая, снимаем петлю, нить за работой. Первая лицевая, снимаем петлю, нить за работой. Первая лицевая, снимаем нить за работой, лицевая, снимаем нить за работой, лицевая, снимаем нить за работой. И так до конца ряда. Закончить мы должны одной лицевой. Я практически довязала до конца ряда. Сейчас хотела бы вам показать, как не запутаться, какую петлю снимать, какую провязывать. Вот видите, вот эти петельки, которые их видно, ряд снятых петелек, снимаем нить за работой, провязываем ту, вот видите, да, здесь проглядываются изнаночные. Далее снова ряд снятых петелек, нить за работой снимаем, провязываем. Снимаем, нить за работой провязываем, снимаем, нить за работой провязываем. Последняя вот лицевая, кромочная, изнаночная. Первую снимаем, кромочная, далее первая лицевая, далее видите, вот снятая петелька, да, вот она петелька снятая, нить была перед работой, сейчас она... тогда была за работой, сейчас она перед работой у нас выглядит, поскольку изнаночная сторона. Мы тоже переводим нить перед петлей, снимаем нить перед работой. Следующая лицевая, снимаем снова снятую петельку до этого, нить перед работой. Следующая лицевая, снимаем петельку, нить перед работой, следующая лицевая. И так до конца ряда, заканчиваем последней лицевой. Сейчас третий ряд. Вот так вот выглядит сейчас наше вязание. Значит, первую провязываем, первую снимаем, кромочная. Далее первую провязываем лицевой, вторую тоже лицевой, и все петли мы провязываем лицевыми до конца ряда. Последний изнаночный ряд, все петли провязываем изнаночными. Первую сняли кромочную, далее все изнаночные до конца ряда. Таким образом, раппорт у нас заканчивается. Узор у нас получился. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, вяжем вместе с Мариной.